Радий представити гостя нашої студії, члена організаційного комітету Миколаївського напівмарафону Олександра Горбуха. Вітаю вас, дякую за те, що ви з нами. І так, по поводу Миколаївського полумарафона, в прошлом году уже був перший стартовий. Ми зустрічалися теж в ефірі, обсуждали ці моменти. А що в этом году готовите для миколаївських бігунів і як вони вже готуються? Ну, дело в тому, що це не тільки для бігунів, це для всіх жителів міста, тому що ми хотіли би привити нове мировоззріння для нашого міста і для всіх людей. Мы хотели бы, чтобы была какая-то культура взаимопонимания друг с другом, и поэтому мы делаем этот полумарафон не только для спортсменов. Мы делаем это для жителей Николаева, для того, чтобы они пришли со своими детьми, для того, чтобы они увидели людей, которые радуются жизни, которые имеют кучу оптимизма, которые вообще радуются просто обычному движению. И поэтому мы... В прошлом году так и произошло, это был поток позитива. Да, конечно. Конечно, дело в том, что у нас природа так устроена, что природа, когда мы рождаемся и когда мы становимся маленькими детьми, то мы бегаем, это природно для нас. Но с возрастом мы как-то от этого уходим. И ставим себя в рамки. Ставим себя в рамки, сидим около телевизора. Нам хотелось бы, чтобы мы опять вернулись в то ощущение детства, в то ощущение, когда физическая нагрузка придавала радость, и вот жизнь казалась вот здесь она и сейчас, радостная, счастливая, позитивная. И мы приглашаем всех вот почувствовать этот момент вот именно на Николаевском полумарафоне, который уже второй раз проводится в Николаеве. Я думаю, что это будет традиционный такие пробеги, мероприятия. Да, и нам бы хотелось, чтобы мы были свободными людьми, свободной стране, так же, как люди бегают там, в Бостоне, в Нью-Йорке, в Париже. Ну, хотелось бы, чтобы Николаев тоже был в этой традиции и в этом миросозерцании. Ну что ж, вот так, друзья, Николаевский полумарафон будет проходить с лозунгом «Со вкусом детства», вот так даже. Конечно, да. По поводу регистрации. В прошлом году она была заранее, можно было через соцсети, через форму. Как в этом году это будет? Сейчас тоже вы можете зайти через соцсети. Есть специальные группы, есть специальный сайт marfon.com.ua. Вы можете зайти, посмотреть все программы, которые есть. Дело в том, у нас же не только пробег на 21 километр. У нас есть пробеги и на 5 километров, и на 10 километров. И для детей специальные забеги на 300 метров и 1 километр. Очень много будет таких сюрпризов, очень много будет подарков. Каждый финиширующий на любой дистанции получает медаль и куча таких позитивных эмоций, поэтому можно зарегистрироваться на сайте, это не проблема, и думаю, что когда вы начнете входить в этот в это мероприятие, вы увидите, что появится очень много друзей, очень много необычных людей, которые получают позитивные эмоции и живут сегодня и сейчас. В прошлом году все фотографировались с победными медалями, потому что очень много их было роздано, и это большая радость, опять-таки, все по-детски, знаете, все было очень приятно их получать. В этом году приятно, что будут также подарки на любом отрезке, как бы где они финишировали. По поводу возраста, какие ограничения минимальные, может, максимальные, нужны ли в этом году справки какие-то для участия? Дело в том, что возрастных категорий нет. У нас участвуют дети как от 2 лет, и так взрослые. Слушай, до 80 лапочки такие маленькие. Мы хотели бы, чтобы охватить максимальное количество жителей. И чем большее количество людей придет, чем большее количество людей... У нас, кстати, были в прошлом году люди, которые бежали с грудными детьми. Поэтому... приобщали к культуре. Конечно. Но дело в том, что хочется, чтобы все-таки это был праздник. И мы не ставим задачу добиться какого-то... Хотя многие люди хотят получить какой-то конкретный результат. Хотят, предположим, пробежать полумарафон быстрее, там, чем 1:30. Или какие-то свои цели. Но в основном мы хотели бы, чтобы это мероприятие было такое же, как в Европе. Чтобы это было времяпровождение. Чтобы мы привили какие-то новые ощущения. Культурные ценности. Культурные ценности, да. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть небольшой ролик, основанный на первом полумарафоне. Да. Ну, я думаю, что очень скоро увидим и второй ролик со второго полумарафона. Друзья, посмотрим прямо сейчас, а после продолжим разговор. Yeah.
мне очень приятно видеть сегодня вас здесь. Потому что Николаев — это город, в котором здоровье должно стоять на высоком уровне. Как видим, в прошлом году соблюдались все меры безопасности, кареты скорой помощи сопровождали на случай всего, что могло бы случиться. А в этом году есть ли для регистрации какие-то ограничения по здоровью, либо нужно ли предоставлять справки? Это ограничений по здоровью нет. Сам человек принимает решение, участвует он или нет. Когда происходит регистрация, то он подписывает определенные бумаги. И, в принципе, он принимает решение, участвовать ему или нет. У нас будет и скорая будет стоять, у нас будут все меры предосторожности. Мы будем, мы надеемся, что люди, которые не имеют достаточного опыта, они будут осознательно подходить к этому и будут рассчитывать свои силы. По поводу вот опыта, как его приобрести? Потому что сейчас, я знаю, у вас есть репетиции. Ну да, дело в том, что для тех, кто никогда не бегал, те могут мы устраиваем специальные тренировочные процессы для подготовки к полумарафону. Тем более, что обычному человеку не всегда возможно взять эту информацию, а у нас тренировки проводят заслуженные мастера спорта международного класса, то есть Алла Федоровна Капак, заслуженный тренер Украины, проводит специальные тренировки к подготовке к полумарафону, и эти тренировки совершенно бесплатные, и они проводятся на центральном стадионе каждое воскресенье в 12 часов. У нас существует специальный беговой клуб, где спортсмены очень высокого класса, участники Олимпийских игр, финалисты чемпионатов мира, как раз людям, которые не имеют определенной подготовки, правильно ставят стопы, правильно подбирают одежду, правильно подбирают обувь, дают возможность получать наслаждение от физического вот этой нагрузки, а не просто себя травмировать. Поэтому, пожалуйста, приходите, если у вас есть вопросы. Каждое воскресенье в 12 часов на центральном стадионе мы приглашаем всех для того, чтобы получить радость от физической нагрузки. Вот так, друзья, приобщайтесь к высокой культуре спорта хотя бы такими маленькими шагами. В воскресенье, я думаю, хороший момент уже в обед прийти, может даже всей семьей привести друзей, чтобы было за компанию легче прийти и хотелось бежать быстрее. Спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Напоминаем еще раз, что есть возможность у наших телезрителей и вообще у всех граждан, да и гостей города зарегистрироваться заранее. Ну и, соответственно,
соответственно, уже в день самого забега необходимо будет подписать документы о том, что вы соглашаетесь и берете ответственность на себя, за себя. Вот так. Я нагадую ще раз, що у нас сьогодні в гостях був член організаційного комітету Миколаївського півмарафону Олександр Авербух. Дякую вам за те, що ви з нами. Спасибо.